Всем привет, друзья, ребятишки. Вот, хотелось бы поговорить по поводу уверенности в себе, по поводу необходимости в чужом одобрении, чужой поддержке близких и родных, в мнении других о тебе, о том, когда оно важно и когда ты не можешь двигаться дальше, пока тебе не скажут: давай, ты красавчик. Вот. Скажу вам, что это вымышленный вообще феномен. Вот. Дело в том, что нашел его в себе, нашел его, и вот сейчас прорабатываю, и поэтому хочу с вами поделиться своими наработками, своими суждениями, своими выводами. Вот. Дело в том, что мне всегда казалось, что если в меня поверит моя женщина, то я вообще сверну горы. То есть, что мне надо просто услышать что-то: ты красавчик! И все, я такой, я не знаю, как ураган такой, просто все сношу и, ну, добиваюсь всего подряд. Это было настолько правдоподобно, это было в моей голове, но это было реальностью для меня. Вообще, чтобы понять любые вещи, водичка, да, шумит немножко, а рыбки всякие. Чтобы понять вообще любой закон мира, достаточно понимать. Ну, давайте пройдем это место. Шумное такое место. Такая сегодня погода. Я уже пытался 2 дубля снять. Сегодня 7 ноября, но безуспешно, потому что солнце просто меня вообще валило с ног своей жарой. Вы только посмотрите. Я в сланцах. Кстати, я нахожусь в городе России. Угадайте, в каком, если кому-то интересно, напишите в комментариях. И, ну, поставьте свою температуру. У меня 21 градус сейчас. Ну, это если интересно. На самом деле я это говорю для того, чтобы было больше комментариев и быстрее продвинулось видео. Ну, надо понимать. Вот. Так вот, насчет поддержки и одобрения. Это бред. Я не знал, откуда во мне эта программа. Я думал, так устроен мир. И тут я как-то разговариваю с мамой. Ну, и как бы как. Ну что, да вот у меня не сдвигается, там вот, мол. Она говорит: слушай, ну ты прям как, ну, отчим. Я такой понимаю, то есть я вспоминаю, что, например, установка там: мужик должен есть мясо. Это я у него получил. Я рассуждаю, хожу. Вы не против? Да, вот как раз вот сейчас пообедал вот на свежей сет. Хорошо, хорошо. Начальник мой. Я банщик. Вот. Кстати, мы покормили вообще отменно ресторанской едой по такой цене, вообще улет. Вообще кругом плюсы. Ну, даже если мне скажут, что это, давай прощаться, я скажу от души. Почему? Да потому что я в потоке. Мир заботится обо мне, значит, ну, будут другие источники дохода, и я, короче, не парюсь. И вот эта одна мысль, она все меняет. Ну, все-таки людям, когда меня слышат, я себя некомфортно чувствую вот именно вот сейчас. То есть, когда меня смотрят на записи, то есть я нормально реагирую. Почему? Потому что, ну, смотрят умышленно. Да вот так вот происходит, ну. Не люблю, когда есть свидетели этого. Добрый день. Добрый. Вот, нас даже тут купаются, посмотрите. Я тоже буду тут купаться, но зимой. Сейчас я предпочитаю после баньки все-таки под ледяной душ или в холодный бассейн. Продолжим. В общем, понимание того, что мир зеркала, действующая задержка, и зеркало внутреннего нашего мира, оно, в принципе, ну, отпадает. Любой вопрос искать снаружи ответ на вопрос. Также и с подтверждением, с одобрением. То есть, получается, где ты можешь искать ответ? Вовне?
Если это все проявление твоего внутреннего, все ответы, вся поддержка внутри. И есть такая мантра, песня там: я позволяю себе быть таким, какой я есть, я позволяю себе ошибаться и при этом счастливым оставаться. Вообще очень-очень бьет в суть. Точнее, не бьет, да, а попадает. Ну, зачем нам такое слово бьет? Вот, и шикарная жизнь устроена, не остается просто у меня других этих, как радоваться, вариантов. Вот. Скомканное видео получилось. Я вам как-нибудь задвину. Напишите в комментариях, какую вам тему раскрыть, я как-нибудь сяду и поговорю. Просто сейчас не видите такая ситуация, что кругом люди, и они системные, они боятся, что им... Ну, я большой дезонанс вызываю вот у окружения, да. И поэтому, ну, я стараюсь не шуметь. То есть, если ко мне подходят, задают вопрос, то я отвечаю, как бы, ну, свою позицию. То есть, если мое мнение требуется. А если нет, ну, зачем мне лезть? Я любуюсь процессом со стороны. То есть, и что бы там ни было, я нахожу в этом прекрасно. Это реально развертывается так, весь мир так, энергии так струятся, наполняются. Вот, такие дела. Короче, что, ставь лайк, подписывайся. Вот, может быть, это видео никогда не выйдет. Но сбивает меня с мыслей. Люди, которые смотрят на меня, такие: а что это он делает? Что у него за палка в руках? Он еще и с камерой. Он еще и пойди снимает. Он еще и пойди в интернет выложит. Он же на работе. Он должен работать работу. Никогда, друзья, не работаю и не собираюсь. Я тружусь. Это мой путь. Все, заканчиваем связь.